Сердечно-сосудистая катастрофа. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности. Кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов Кардиаль. Возрастные ограничения 12+. Радио России Владимир. Реклама. С 10 по 13 ноября во Владимирском экспоцентре выставка «Краски осени». Одежда, домашний текстиль, продукты питания на Батурина 35. Телефон 550055. Жизнь в словах. История двух судеб, перенесенная на бумагу. 26 ноября. Владимир, Гоша Куценко и Екатерина Климова. Премьера спектакля «Любовные письма». 16+. Билеты на сайте владимирконцерт.ру. ГТРК «Владимир» в социальных сетях. Ловим самое главное. Читайте, смотрите, комментируйте. Продукцию завода «Сашир Мед» и других алтайских производителей теперь можно приобрести во Владимире в магазине «Аптечка Алтай Натурпродукт». В магазине большой выбор фитокомплексов. Мицеллярный усиленный комплекс для мозгового и сердечного кровообращения. Бустер 650 рублей. Комплекс при различных заболеваниях легких. Апневмон 650 рублей. Новинка от «Сашир Мед» – мицеллярные капли «Глаз Алмаз». При снижении зрения, при нарушении внутриглазного давления, при глаукоме и катаракте по цене 430 рублей. Лиственница «Чистые сосуды» 430 рублей, «Сусталь» 690 рублей, «Сустарат крем» 540 рублей, «Репростанол» 640 рублей, «Спецтоник» и «Инотилный крем при папилломах». И много других товаров для вас. Барсучий жир, живица кедровая, настойка болиголова, настойка чистотела. При заказе от 1000 рублей доставка по городу бесплатная. Магазин «Аптечка Алтай Натурпродукт» находится по адресу улица Егорова, 8Б, торговый центр «Восток-1», цокольный этаж, около магазина «Садовод». Телефон 8-930-800. 134-10-39. Подробности уточняйте у консультанта. Коротко о темах этого часа. Россия не планирует вводить плату за лечение от коронавируса для непривитых. Страны СНГ безвозмездно получили от Москвы больше миллиона тест-систем для диагностики ковида. И московских водителей предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды. Подробности далее. Назвали пустым и безосновательным нагнетанием обстановки предположение о том, что в планах России возможно вторжение на Украину. В начале Москвы.